Всем привет! Нашим кроликам больше недели. Вот мы их тут немножко спрятали сено, в солому. Вот пришла мамка ихняя не вовремя. Не нравится, что мы пролезли. Ладно, сейчас будем обманывать. Сейчас закроем. Так, все, я тебя не трогаю, отстань. Сейчас будем ждать, когда она вылезет. Вот хитрая какая. Тут солома накидалась. Радость. Какая тут какашек. И что только она тут не накидывает. Нет желания не вылазить. Ладно. Ну это как закон подлости, да? О, вылезла. Вылезла, сейчас будем ее обманывать. Сейчас мы закроем, чтобы она туда не полезла. Никто не лезет. На тут. На, погрызи там. Нам надо посмотреть твою детвору. Блин. Срака ты с ушами. Вот ты хитрая. Иди отсюда. Иди отсюда. Ах ты, блин. Что, по сушкам? Так не обманешь мамку. Ладно. Ладно. Принесем сейчас вкусняш. На. Будем пытаться отвлекать. У тебя такое чувство, что фиг обманешь. Нет. Вот не нравится ей. Грызи давай. Дай посмотреть. Нет. Вот не нравится ей все. Дай посмотрю и все. Не лезь. Не лезь сюда. Дай посмотреть. Никто не трогает твоих крольчат. Отстань. Дай посмотреть. Живы или здоровы все родичи Горбузова. Вот у нас один и второй. Так, раз, два. Наш тут аж прыгает. О, у нас все. Вот у нас масенький. О, какие тут теплишко у них. Все у них хорошо. Вот еще один. О, друг на дружке. Лежат. Это что у нас тут? Ага, все шевелятся, глазки уже у некоторых начинают открываться, все хорошо. Так, мамка вас кормит. Вот, мамка, покажи, он залезла уже наверх, думает, что тут происходит, пока тут без меня. Так, все, все нормально, можно прикрывать. Прикрываем, прикрываем и запихиваем. Так, все у нас нормально. Все отлично, все хорошо, не трогаем. Все, мамка, ты довольна? Что у нас получилось? У нас получилось, что все в порядке.
Ну, хорошо, хорошо, да, хорошая ты мамка, правильно, все правильно, он бочищи какие там, жрешь не в себя, да? Хорошая мамка, да, умничка, умничка, о, и бока даже не позападали, жрем мы отлично. Все, молодец, молодец, хорошая. Все, до новых встреч. Всем пока.